Магазин Ремикс представляет вам новый коврик Чено Дук с новыми размерами 201, 131 на 10. В комплекте идет инструкция. Инструкция по клапанам. Такие вот стяжки отличные. И вот такой вот чехол. Перейдем к матрасу. Специально положил линейку, чтобы не было вопросов. Здесь видите, 0. По факту 2 метра 3,5 где-то. 203,5, хотя написано 201. В толщину он идет 10 сантиметров. Обязательно я это вам покажу. Видите, даже больше, чем 10 сантиметров. И в длину, точнее в ширину, он у нас выходит 1,31 м, ну все как и заявлено. Он у нас двухсторонний, нижняя часть она темная, вот видите, чтобы быть не маркой. Вот. Также у нас новые клапана для того, чтобы к этим клапанам подходил вот этот насос, который надувает, этот насос нужно покупать отдельно. Повторюсь, он в комплекте не идет. В описании видите ссылку на наше объявление и все параметры данного коврика. Всем хорошего дня!